Привет всем. Как у вас дела? Мне просто скучно, и мне нужно убить -40. Поэтому я ищу лавочку. Что это за машина? Первый раз такую вижу. Какие-то непонятки. Блин, я хочу сесть. О май гад. Чё вы ничего не пишете? Добро пожаловать, Каха. Это его первый день перископа. Привет. Ариэль Блэ? Абдуллах. Алло. Капут в том, что здесь нет лавочек. Не люблю за это Германию. Можно, пожалуйста, хоть одну лавочку? Я много лавочек не прошу. Блядь, какого хуя вы все уходите? Вы заебали. Ундрыбл. Пишите что-то. Че вы, блядь, молчите? Курвы. Я пойду сяду на лавочку. 18. Мне 21. Бонжур. Вот. Привет. Как убрать это конченое солнце? Так получше. Что же ты такое? Да я ищу себе обучение. И я иду на термин. Боже мой. Права нет. Ausbildung. Do you have hints? Привет. Ich kann nicht Englisch. Ich kann nur ein bisschen Deutsch. Что за обучение? Ну, в Германии я Ausbildung. Типа, если сравнивать Россию и Украину, то... Мне все равно. То это как между колледжем и университетом. Марген. Да, в Германии. Нет, не встретимся. Хай. Блин. Чё жесть? Подпишись, пожалуйста. Привет. Амико. Я вспомнила, кто ты. Андрей на работе. Учится. Точнее, учится. Ну, и работа, и учится. Это одно и то же. Ман, тут такой гадский солнце. Это правда, что в Германии можно... Я не знаю. Мне 21, поэтому меня такие вопросы не интересуют. Нет. Кто я? Да, я вспомнила этот... Ты тот, с кем мы общались. То, что ты рассказывал, секретики, как можно... Короче, про машину, там, про права. Андрей, твой парень? Ну да, господи.
Скажите, пожалуйста, почему нет... У меня есть парень. Почему нет... лавочек. Гадских лавочек в Германии. Как прошли ваши выходные? Так еще ж не выходные. Вот только завтра суббота. Я в Ганновере сейчас. Сейчас я ищу хаусбилдинг. Были которые? Я не знаю, что это за потребность. Сейчас, подождите, время посмотрю. 13 минут. Что мы делали? Ничего, просто дома сидели, в маке были, телек смотрели, и все. Нормально, в принципе. А у меня завтрашнего дня почти 3 недели выходных. Но Андрей на узбилдинге. До 4. Кстати, сегодня международный день пива. Пива нет, я не люблю пиво. А твои как прошли выходные? Я сегодня встала в 4:20. В 4:50 я вышла. В 5:20 я была на Бонхофе. В 6:07 я была в Ганновере. И... Да, в 6:07, 5:20, 6:07. Я не знаю, у меня такой отпуск. Андрей будет работать, и это такое, это скучно. Вот. И... Меня Андрей встретил в 6:10. Мы поехали, купили кофе, постояли, и он поехал к себе на учебу, а я поехала на термин. Ну, я, типа, приехала в Андрей город, но я приехала на термин. Вы учитесь и работаете? Да? Привет, ты немка? Нет. У меня тоже 2 недели отпуск. Это топово. Особенно топово. Нет, не из Казахстана. Хочешь пойти нахуй? Короче. Боюсь идти на термин. Потому что там все на немецком. Эй, вас из вас. Чё говорить там? Казахстан и Германия связаны с судьбой. Окей. Эфсюд. Эрцерин. Или Эрцерин. Забыла как. Киндергартен. Их мус фраген, хабен зи. Фрайер, 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 вайс нихт. Плац. Und wenn ja, das wird gut. Und ich möchte Faceyot machen. Und alles. На севере Казахстана. Да, да, я знаю. Такое. Вот. Ich muss sagen, nicht muss, ein freier Ausbildungsplatz. Ja, aber das ist freiwilliges Sozialjahr. Ich muss zuerst freiwilliges Sozialjahr machen und dann Ausbildung. Da, ja, Ukrainka. Ja, schira Ukrainka. Прикольно. Als Praktikum. Nein, das ist nicht Praktikum. Das ist einfach freiwilliges Sozialjahr. Ну, что они мне могут спросить, даже если на Ausbildung'е? Что они спрашивают вообще? Украинки забавно, не скучно с ними. Да, возможно. А Андрей на Ausbildung'е санитар. Für Heizung, Klima und Anlage.
Я был влюблен как-то в украинку. This is good. О, мне тут уже жарко. Я уже сидеть, я пойду гулять. Вот. Машин нет, как бы да. Можно и перейти. Я надеюсь, что я правильно пойду. Но если нет, я пойду назад. У меня есть еще время. До хирища времени. До хирища просто. Вот. Телемакс. А с Телемакс. Чё они меня будут спрашивать? Они могут спросить, откуда вы к нам приехали? Или там, что вы... Ну да, и мы же будем зузамен, вон. А, типа, чё вы приехали? А вот если они спросят меня, почему я хочу делать этот год? Варум. Хай, холесл. Русский, белорусский. Более холодные девушки закрыты. Не знаю. Гётинг, нихера себе. А вот украинский огонь. Нёк. Наверное. Вот. Меня спросят, я скажу. Ich möchte freiwillig Jahr machen. Wegen? Oder weil? Как правильно? Ман, а что сказать? Мёхте. Weil du dich. Weil... Was? Нет, по какой причине? Вот как сказать, что я хочу попробовать эту профессию в социальном году, если она мне подходит, потом пойти в дальнейшем на узбилдинг? Вот. Das ist schwer. Schwierig. Schwierig. Потом показывают тачки. Я почему-то старше становлюсь, тем больше нравится... А, чем старше становлюсь, мужчина... В смысле, а тебе нравились мужчинки? Мужчинки. Ах, ду. Шайсы. Нет. Ну так. Ну так, чё ты? Могу вам показать ноги. Такое, да. ГЛС, это почта. Доброе утро, красавица, как дела там? Нормально. Alles gut. Вот. Понятно. Закрытым быть такое. Фу. Телеком. Вы знаете эту связь, кто живет в Германии? Боже мой. Она вроде бы такая дорогая и топовая, но она, сука, такая ебанутая. Ой-ё, а где это я? Ах, ты шайзе. Vielleicht muss ich unter... Ладно, у меня есть ещё Zeit. Ich habe Zeit genug. Genug? Genug Zeit. Hello. Амиго, ты здесь? Амиго. Амиго. Всё, я помню, забыла. А ты и море. Вот, подскажи, пожалуйста, мне как мне сказать, что я хочу делать этот социальный год? Ich möchte freiwillig ein Jahr machen. Wegen ich möchte danach Ausbildung machen. Но, типа, что я хочу сначала посмотреть, подойдет ли мне это. Ёбаный в рот. Где я хожу? Нет, я пойду назад. Nicht wegen, weil. Wegen, я не знаю. Мне Андрей сказал, если сюда, типа, это, говори постоянно wegen. Ну, окей. Я ты и море, я ты и море. Я так хочу туда. Тут есть еще остановка, можно посидеть. Конченых лавочек нет. Ви... 8.23. Ну, я, в принципе, могу здесь посидеть.
10 минут, потом пойти туда и назад, назад, назад. Вперед, вперед, вперед. Я просто гуляю, потому что я приехала рано. Антон смайл. Ich möchte probieren diese. Diese was? Профессия как будет? Я приехала рано на термин. За час до термина. А что это означает на русском? Можешь мне сказать? Ich möchte rein schnuppern in diesen Job. Это нормально что-то? Термин — это встреча. Вот когда ты там, например, договариваешься с другом, вы встречаетесь, но это типа термин. Хотя встречаться — это treffen. Ну, короче, термин — это термин. Я не могу тебе объяснить. На русском. А что это означает? Можешь мне сказать, пожалуйста? Ich möchte rein schnuppern in diesen Job. Schnuppern, was ist das? Я ты и море. У меня такой второй подбородок, Маня. Вот. Я, конечно, красила бровки в... поезде. Как ты оказалась в Германии? То, что ты сказала по-русски, типа... Асу. Спасибо большое. Как оказался в Германии так, что мой парень оказался в Германии, и мне пришлось ехать в Германию. Вот. Я, ты и мой. Конечно, такими себе путями, но... Любовь. Это любовь. Еще я хочу права и машину. Тогда будет все good. И как тебе? Good? Нравится? Möchte gern diesen Job ausprobieren. О, это для меня больше понятно. Спасибо. Ich möchte gerne diesen Job ausprobieren. Ты учишься? Я ищу учебу. Ну, да. Привет. Я не понимаю, пожалуйста, помогите мне. А сколько у меня вообще процентов зарядоса? А то я, бля, не уеду с этого Ганновера. Мне еще нужно ехать в мой Срутербург. Туфанду Эрцерин. Шнеге Вигейстир. Вас будет этот Шнеге. Да, я в Германии. Шнеге. Шатси. Ах, со. Ich bin nicht Schatzi. Много вариантов. Мое любимое блюдо это суши. Hello, can I ask? Боже, идите нахуй, долбоебина. А что ты там забыла? Живу здесь. О боже мой, долбоебов так много. Добердан. Сейчас так много. В 6 утра людей, это вообще капец, я столько никогда в жизни не видела в 6 утра. Потому что они начинают фейсио. О, аусбильдинг начался. Я, ты и море. Что показать? Сейчас людей нет, я видела в 6 утра. Сейчас нет, они уже все работают. Я сижу на остановке. Бычки кидают, гады такие. Но все равно здесь чище, чем в Украине. 9 миллионов раз. Да, но я не видела. Пятница сегодня. Но я не видела так много еще в 6 утра. В
6 утра. Андрей сказал, что они примерно в такое время и типа едут и начинают работать. На 7, на 8, там, смотря где кто живет. Да, сегодня пятница, не заебай меня. Если была бы суббота, я была бы здесь, не уезжала. Немцы рано начинают работать. Да, но это, я считаю, нормально. Ты идешь на работу в 7, и ты приходишь с работы в 4. И у тебя вечер свободный. Ну, типа, мне так больше нравится, чем идти работать в 12 и до 10, ебать. Мне надо посмотреть сайт. В последнее время слишком много мигрантов в Германии. Ты уже спала с кем-нибудь? Да, спала со своим парнем. Да, сегодня пятница. О, чем пахнет? Волосами. Ой, слушай, господи. Как он называется? Шампунем. Он мигрант. Он миллионер. Суши. Блин, а что с этим лицом? Суши пахнет. А у меня не черный парень. Ха. Серголип. Я думаю, что мне нужно туда, но я не знаю. Бля, у меня нет денег. Я постоянно у него прошу денег, так что я не знаю, что с ним встречаться из-за денег, реально. Типа, Андрюшенька, пожалуйста, купи мне билет. Андрюшенька, пожалуйста, купи мне денег. Андрюшенька, дай мне, пожалуйста, денег. Ну, да, так всегда. Ебать, смотрите. Volkswagen кабриолет. Первый раз вижу такого старого Volkswagen кабриолета. Да уж. Ну, а чё? Я же всё-таки корыстная девушка. У него любовница? Нет, он просто живет в Германии и работает. Тут не занимается таким, ищет богатых любовниц или еще чего-то. Здесь достаточно денег другим, ну, типа, людям всем. Даже бомжи получают деньги раз в месяц. Около, по-моему, 500 евро. И если они будут содержать собаку, по-моему, то им платят еще около 300. Вроде бы. Не помню точно. Того они получают 800 евро в месяц. Бомжи, которые и то здесь их не гоняют. Им разрешать быть бомжами. Это принимается как их... Они сами выбирают, кем им быть. И это как образ жизни. В Тиндере. Он в Тиндере не сидит. Боже, что за бред вообще, мальчик. А я не старая. 800 евро. Привет. А сколько бомжи получают? Знаю. Нет таких знакомых. Нет, у меня тоже нет, но я просто слышала, что они получают около 400-500, ну, типа, как социал, и... Ну вот, они обычно вот социал собак получают, да. Про собак я вот не могу даже сказать. Да. Социал получают. Ну, там на шмотки каждый квартал они получают деньги. Ну да, такое. Они типа говорят, им дают на собак, потому что они их должны кормить, а то, что социал, это на них. Я... То есть они там корм должны им покупать. Ну, 100% они, если у них какое-нибудь животное, они получают деньги. Они плюс еще сидят же там с протянутой рукой чуть-чуть, там бутылки где-то собирают. Но выходит нормально, потому что живут же как-то почему-то вообще они ну, там живут. Ну, вообще, да.
им квартиру дают, они не хотят. Им дают квартиру, а они хотят жить на улице. Хотят на улице. Образ жизни такой. Это странные люди на самом деле. Да, 33. О, боже. Так во сколько у тебя термин-то? В 9. Ну, я не знаю, что там говорить. Ты туда писала или как? Или позвонила? Да, я просто нашла в интернете, написала, я хочу получить...